Во взрослой поликлинике состоялась встреча заведующего кардиологическим отделением Видновской районной клинической больницы Дмитрия Орловского с жителями округа. Цель мероприятия – рассказать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы и современных методах лечения. К сожалению, в течение 2 лет у нас не было встреч, так как больница находилась в режиме работы ковидного госпиталя. Поэтому я думаю, что и мы будем рады встрече с нашим населением, и они будут рады. Тема лекции – гипертоническая болезнь и факторы, приводящие к ухудшению состояния здоровья. Собравшиеся узнали, кто входит в группу риска и должен особенно внимательно относиться к изменению артериального давления. И некоторые люди абсолютно не могут предполагать, что какие-либо проявления и симптомы, которые у них есть, это уже предикторы так называемые развития тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Обратить внимание стоит на частые головные боли, повышенную утомляемость, одышку, не связанную с физической нагрузкой, и боли в груди. Многие из пришедших на встречу узнали о ней из социальных сетей медицинского учреждения. Также лекцией заинтересовались пациенты-сердечники со стажем. У меня проблемы с сердцем с 2009 года, поэтому здесь постоянный, в общем-то, я, как говорится, клиент-пациент в нашей Видновской больнице, поликлинике. Поэтому здесь, когда вот узнал, что будет этот курс лекций, думаю, что-то новое узнать для себя лично. Все собравшиеся могли задать свои вопросы и получить консультацию врача. В будущем планируется проводить такие мероприятия на регулярной основе. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.